По данным СМИ, живущий в Израиле Дмитрий Галкин, брат Максима Галкина, очень серьезный и состоятельный человек. Как выяснилось, шикарный особняк в районе Кесарии принадлежит брату пародиста Максима Галкина, Дмитрию Галкину. В отличие от родственника, Дмитрий Галкин занимается вещами гораздо более серьезными, чем шоу-бизнес. Он бизнесмен, связанный с силовыми структурами России. Предполагается, что шикарную виллу, на которой он поселил брата с женой Аллой Пугачевой, Дмитрий Галкин купил на деньги, вырученные от оборонки. Согласно базе данных «Спарк», Дмитрий Галкин – президент и член совета директоров ООО «ВПК». Компания занимается производством бронетранспортеров, спецавтомобилей, полицейских машин, снегоболотоходов. Заказчиками организации являются силовые структуры Российской Федерации. Так что Галкин Дмитрий, брат Максима Галкина, бизнесмен. И живут Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным в его особняке. Сейчас я покажу вам, какая у них, как выглядит этот, я дам ссылку потом, посмотрите, очень интересно, особняк этот, внутреннее содержание, улицы, с улицы видно как. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.